берите проект Олега Михайловича, делайте, не подвел. Я уже давно смотрю, вот первый раз заказал именно от Михайловича проект. Все четко, идеально. Здравствуйте, подписчики канала Пламя. Вот хочу вам показать, построен мангальный комплекс полностью мною с подсобником. Вот так он выглядит снаружи. Он был из блока, и вот мы кирпичом обложили. Вот так он у нас вышел. Осталась подшива под крышей. А это у нас туалет на улице. Мы доделываем. Так вот, так все. Заходим вовнутрь. Меня зовут Владимир. Я работаю по Анапе, Анапскому району. Делаю мангалы. Вот один мангал, который мы собрали по проекту на Олега Михайловича Гусюка. Называется «Аракс». С двойным супом, с духовкой и печью. Главное сердце у нас это мангал сам. «Аракс» по проекту Олега Михайловича. С двойным супом, с подсветкой, с духовкой, с печью под казан. Значит, вот подсветка, двойной, вот так вот. Все работает, четко все, не дымит. Обложили здесь мы за место столешницы плиткой. Плитка дешевая оставалась у заказчика. Вот ее заточили все углы, сделали отторцовочку, набрезали, все зарезали. Оно видно, что плитка дешевая, ну как бы, если нет чего, можно из такой плитки сделать. Оно... Все держится, ну, соответственно, все на смесь, все это держится. Ну и кухню сделали тоже, ручная работа все полностью, то есть дерево, плитка, кирпич, двери. Кстати, дерево недорогое, главное руки приложить, ну, а все остальное, плитка тоже как бы. И главное еще. Что мы сделали в таком мангале, это приточную вентиляцию. Вот в углу у нас одна приточная внизу и под мангалом. Одной приточной вентиляции не хватает. Надо было сделать и здесь, потому что помещение большое, поддымливало. Ну и все остальное, вот вы видите. Если хотите себе построить, берите у Олега Михайловича проект на мангал, обязательно у него, это уже проверено 100%. Ну, а дизайн вы можете уже сами делать, как хотите. Правда, холодильники мы еще покрасим, сделаем, приведем их в вид. И также у нас лака не хватило для боковых стенок, привезут скоро лак. Ну, на полы плитка, соответственно, полочки, элементарные полочки, металл, дерево. Покрасите. Вот такие вот шкафчики получились. Ничего сложного. Все это можно сделать. Все это с доводчиками поставить. И будет все красиво. И здесь в мангальном комплексе мы сделали отопление. Сразу у нас мы повесили регистры. То есть батареи, так сказать. Будет здесь котел. Здесь мы еще не доделаем. Мы хотели сюда тоже полочки, цветы как-то повесить. Но это мы все доделаем. Здесь будет котел, здесь будет тепло. Ну, то есть, получился очень шикарный мангальный комплекс. Еще раз напоминаю. Берите проект у Олега Михайловича, не пожалеете. Все, как я взял проект, все, как сделал. Тем более, это сложно из-за духовки, из-за этого. Это сложный мангальный комплекс. То есть, берете, делаете. Пожалуйста. Вот духовка уже была проверена. Без проблем. Все работает. Не дымит. Самое главное, что здесь все правильно, дым уходит. Ну, вот так. Это у нас заказчик пожелал, так сказать. И разделочный стол мы точно сделали, как и кухню. Сюда, пожалуйста, полки поставили. Что хотите, влезет. Очень удобно здесь все разделывать. Все это лаком доскрываем. И все как бы, ну, он и так уже закончен у нас. Со светом все, вот вот так. Вот он еще и теплый вчера готовили здесь люди. Вот.
Это тоже уже жарили все здесь в ней. Идеально получается. Ну, только куриные окорочка здесь же пекли, так сказать. Ну, вот так вот. Еще котел придет, повесим. Котел будет с отоплением. Короче, делали мангально, получился целый комплекс. Ну, сюда тоже лак привезут, все скрою. Получился целый комплекс, как их столовая. Вот заказчик повесил. Еще спасибо за проект. Делайте, пытайтесь сами. Вот такой вид. Сделал разделочный стол. Вот, просто взял плитку, доску. Ну, не просто все это было, ну, все сделано, все четко. Все работает уже вот как месяц. Они работают, лак ждали. Вот. Стол им тоже собрал сам. Короче, были столы, все это вскрывали. Ну, вот так получилось. Все четко, красиво. Ну, а за мангал, конечно, Олег Михайлович, спасибо огромное за все. Он работает, не дымит, все четко. Уже месяц он жестко отработал вообще в нем. Ну, просто. И печью пользовались, и мангалом. Духовка один раз, ну и заказчик доволен, все работает. Они здесь день рождения, пожалуйста, все диваны, все, что хотите, отмечайте. Ну, вот так вот, это вид такой на озера. Ну, как бы вот так. Все своими руками, деревянные подоконники, все из дерева. Ну, как бы захотели, как бы, ну, кроме потолка. Потолок нашли пластик. Вот заказчик захотел такой и вот так все красиво получилось. Конечно, мозги поклепали с ним. Но, а так все четко. Спасибо еще раз за проект. Что берите проект Олега Михайловича, делайте. Не подвел. Я уже давно смотрю. Вот первый раз заказал именно от Михайловича проект. Все четко, идеально. Так что заказывайте. Олег Михайлович, проекты. Огромное вам всем спасибо за просмотр.